Так, всем привет огромный. Давно не виделись. В Москве дождь, поэтому я на тачке. И знаете что? Я вам говорил, что я сюда приеду. Потому что никогда у меня не бывает так, чтобы у меня машины, на которых я езжу, даже пускай временно, были стоковые. Поэтому я приехал, пожалуйста, в Крайера воркшоп. Ни хрена себе ребята разошлись. Они раньше вот там сидели, а сейчас они еще и вот это забрали. У них же малярка точно. Куча тачек на территории. А вон тоже, пожалуйста, серая молния. Вот, а значит, приехал, чтобы сделать сплиттер, губу и... А он и сам батя. Все, глуши, говорит. Да, сплиттер передний, диффузор, возможно, какие-то пороги, в общем, еще что-то. И пойдемте вам лично. Майкл, я тут любителям сторис показываю технологический процесс. Полный. Надо забрать телефон на неделю. Нет, здорово. Во-первых, я хочу показать, чтобы как ты разросся вообще. Это просто бери живот. В смысле, что у нее тут куча помещений. И слушай, сделай красиво, как обычно, как умеешь. Короче, в итоге Миша сказал, чтобы я в воскресенье, в понедельник приехал, он с утра все замерит и к вечеру уже отдаст машину, потому что я без машины в дождь оставаться не хочу и на мотике ездить не могу. А Toyota Citroёn мы сейчас покажем вам. Миш, ну какая ситуация? Она все время стоит в одном положении. Вот такая Citroёn. Напомню моим новым подписчикам, что Citroёn, она называется, потому что это Citroёn C2, но двигатель и ходовая часть там от Toyota, Caldina, 3S GTE, Caldina, как она называется? GTT. Caldina GTT. 3S GTE трубовый, полный привод. Вот такая вот тачка. Короче, Миш, ты мне обещал все это. На ней покататься. Да, тут пацанов, конечно, просто автомобильный какой-то рай. Так, ну вроде вот голубое же небо, да, поэтому, естественно, я такой думаю, голубое небо, поеду-ка заберу мотоцикл к парням, а уже, пожалуйста, дождь пошел. Но это меня не остановит, я привез им хаб уже открашенный. Сейчас мы все это дело поставим. Привет. Еще ребята уже поставили подарок, который я вам показывал. Смотрите, как смотрится. Ё-моё, блин. Все это карбон, понимаете? Сухой карбон, ребята. Все, сейчас покажу вам, как было и как стало.